Всем шалом. Засниму сейчас вилочки. Всем понравилось, как я чищу. Ну, может, не всем, но тех, кто написал комментарий. Сейчас я засниму вилочки, ножи, ложечки. Изначально, как они все выглядят. Потом все это почищу. И покажу уже конечный результат, чтобы было понятно. И буду стараться засекать время. Скажу, сколько времени это у меня заняло. Все, погнали. Так. Тут у нас серебро. Буду под разным углом, чтобы было видно состояние. Что все-таки при освещении магазинном оно все красивое, блестит. Ну, думаю, будет потом видно разницу. В таком же порядке потом выложу. Монета очередная. Кисленная, жирная, грязная, с зеленью, с чернотой. Фу. Так, как-то от цвета пойдем. Так, более-менее, думаю, видно. Вот почищенная она сразу отличается. Это то, что я в предыдущем ролике чистил. Где она? Вот она. Сразу видно. Вот такого же плана, чищенная, не чищенная. В общем, где-то так. Я думаю, более-менее понятно, что мы имеем. Потом посмотрим, какой будет исходящий вариант. Погнали чистить. Ну, вот и финал. Получается, ушло где-то пару часов плюс-минус. На отблеске попробую показать, что получилось. Монетки тоже почистил, чехольчики под них почистил. Ну, я думаю, видно нормально, что оно получилось. Но с другой стороны то же самое, то есть, я знаю, перевернуть быстренько, показать. Быстренько, ага. Пока перевернешь. Обратно переворачиваю. Так, вроде бы все перевернул. Так, ну это у нас серебряные ручки. Серебро 800 Европа. Тут сталь. Вилочки, сталь надо, конечно, еще отполировать, почистить. Так, это у нас вилочки десертные 800. Все блестит, все чистенько. Пошел мельхиорчик. Это вообще не ржавейка. Но она была просто убитая. Монеты так и остались. Вилочки десертные, мельхиор. Ну и все остальное тоже МНЦ, разных годов, разные модели.
Так что меня паста устраивает, а там ищите свои варианты, найдете что-то интересное, поделитесь. Мне что же это интересно? Может, что-то можно быстрее, качественнее. Потому что все-таки 2 часа. Но это было очень запущено. То есть домашние мои приборы, за которыми я слежу. Ну, за 2 часа я перечищу 4 раза больше, чем здесь. То есть там практически нету. Вот эти вот ложки столовые были вообще убитые. Там в начале видео посмотрите, там такие наросты были. Это все отдиралось просто корову. Вот. Ну, серебро приятно всегда чистить. В общем, где-то вот так. Всем удачи, хорошего времени суток. Шалом.